роскошная иконография Санкт-Петербурга, фото и кинодокументалистика свидетельствуют о том, что этот город все еще здесь, с нами. Во всяком случае, архитектурная его составляющая, памятники культуры. Нет-нет, да напоминает мне родной город колоссальную декорацию к блестящему историческому спектаклю. Сцена давным-давно опустела, актеры умерли, да и пьеса забыта. А ветшающая декорация продолжает мерцать светом минувших столетий.